В канун Нового года не стоит терять бдительности. В Чебоксарах продолжают расследовать уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем, который содержал ядовитый метанол. Напомним, в ноябре в больнице города после его употребления умерли 3 человека. Сотрудники правоохранительных органов задержали 4 подозреваемых. В ходе следствия проведено более десятка обысков на территории городов Чебоксары и Алатыря по месту жительства подозреваемых, а также в гаражах, которые ими были арендованы. В ходе следственных действий изъято более 2000 коробок с контрафактным алкоголем, в том числе водкой, ромом, виски, коньяком, на которых обнаружены поддельные акцизные марки. В каждой из изъятых коробок находилось до 20 бутылок спиртного объемом от 0,5 до 1 литра. В настоящее время для определения качества, а также наличия либо отсутствия в них ядовитых веществ назначена судебно-химическая экспертиза, которая в настоящее время проводится экспертными учреждениями. Принимаются необходимые меры по установлению всех точек сбыта контрафактной алкогольной продукции, происхождения суррогата, а также всех лиц, причастных к совершенному преступлению. Необходимо также отметить, что в настоящее время проверяется информация о том, что этот алкоголь ввозился на территорию Чувашской республики из Московского региона в опломбированных фургонах, при этом оформлен он был как соки и воды.